Добрый день, сегодня пришла ссылочка, хочу ее сразу вскрыть. Не церемониться. Опа. Правда, я тут трудом загадываюсь, что это такое. Я думал, что это приспособление для того, чтобы я постригался. Нет, это маска. Одна маска для супруги. Кстати, я уже распаковывал. Такая вот она. Да, кстати, я уже маска тигра. Кстати говоря, рекомендую. Не помню, сколько она стоит. Скорее всего, ссылку дам. А, ссылку дам внизу и цену укажу, сколько покупал. Ну, не дороже 50 рублей. Сначала очищаем лицо. Потом накладываем ее на лицо, прижимаем и держим, ну, минут 20. Потом снимаем, реально лицо немножко как бы лучше, что ли, становится, как-то оно светлее. Ну, у супруги я испытывал. Снимать она не захотела, чтобы я снимал ее в виде эксперимента даже. Но она очень влажная. Даже не могу описать. Очень хорошая вещь, честно говоря, для женщин. Увлажняет, что он там стягивает, не знаю. Тут все по-китайски, к сожалению. Вот. Ну, подписывайтесь. Впереди будут распаковки. Но я заказал такое полотно, которое крепится к шее и крепится к стене на липучках. Для того, чтобы бриться, постригаться. И так как я машинкой постригаюсь, машинкой бреюсь, чтобы волосы не раскидывались по полу, чтобы чисто было. Я думал, честно говоря, что это оно. Но на самом деле, вот такая вот очередная маска. Все, всем спасибо за просмотр.